Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить Need for Speed Hot Pursuit 2. Вот, первый чемпионат Opel Speedster на время мы уже проехали на первой серии. Сейчас у нас есть выбор, поехать на чемпионат Vauxhall или Fall Winds Knockout. Ну, я не знаю, перевод такой, поэтому я вот читаю прям с экрана. Ну, давайте мы же, типа, ребята русские, давайте все-таки слева направо будем, как вот на письменности. И у нас Vauxhall чемпионат. Итак, в этом испытании участвуют лишь Vauxhall. Это гонка из двух кругов через гигантские хвойные леса государственного заповедника. Если вы хотите получить медаль, нужно финишировать среди первых трех, то есть в первой тройке. Бронза, серебро, золото. Ну, давайте, поехали. Так, и у нас доступны. У нас доступно что? У нас, наверное, нет чего не доступно. Да, у нас только Vauxhall можно. То есть на синенький. Давайте на синеньком, да. Это оставь себе описание. Я думал, мы что прочитаем, а тут оказывается голосовое описание. Ну ладно. Поехали. Так, у нас пятеро, все на Vauxhall'ах, 220-х. Газу. Так, у нас два круга. Так, мы этих мы обгоняем. Так, надо только с траектории не накосячить. Мы тоже посигналим. А, и единственное, у нас здесь, скорее всего, будут менты впереди. Поэтому нужно будет от них еще тоже погонять. Здесь у нас крутой очень поворот. Ну, не очень, конечно, но не знаю. Короче, не крутой поворот. Просто он длинный такой. Мне кажется, у машины передаточные числа слишком низенькие стоят. Потому что мы едем на четвертый, 200. Ну хотя, фиг знает. Я не знаю просто, какая у нее мощность у этого автомобиля. Я бы ей немножко повысил передаточные числа, чтобы она лучше разгонялась. И хрен с ней, пусть максималка остается чуть пониже. Но у нас есть пятая передача, на которой мы совсем не ездим. А возможно, есть еще и шестая. Но там вообще нереально до нее доехать. Опа, что за туман? Не, ну в принципе все идет довольно неплохо. Ой-ой. Ничего себе. Так, это последний круг, нам говорит кто-то. Время круга у нас 2 минуты 6 секунд. Что, кстати, интересно, я вот особенность такую открыл. То, что вот в виде, ну, вот таком, да, бампера получается у нас... Становятся циферблаты аналоговые, ну, тахометра плюс спидометра. И у каждой машины они разные, то есть на BMW, а там написано, типа, ну, M-ка вот эта BMW-шная стоит. На других автомобилях она другая, и здесь прикольно это все сделано, на самом деле. Блин, я бы хотел, конечно, чтобы вот этот вот спидометр, он был бы все-таки вот здесь, вот, например, справа бы, вместо вот этой вот скучной, стандартной, поставили бы лучше... Два тех, даже пусть один под другим, было бы вообще прикольно. Но здесь стоит обычная хренотень.
А, там срезать, да, можно было. Ну ладно. Мне как бы это не мешает. Вот она, пятая. Но мы на ней замедляемся, блин. У меня она слишком длинная. Ну, либо движок у нас такой себе. Все, есть контакт. Итак, лучший круг за нами. И время, соответственно. Первое место у нас. Два круга лидером 100 очков. И бонус за медали 3. И, короче, банк игры 6800 теперь у нас. Да, мы выиграли золотую медаль. Ну, давайте еще какую-нибудь, да? Может быть. А, вот как тут. На траекторию здесь. Блин, в Апекс не вошел. Нормальный. Ой, как-то круто здесь. Больно, здесь очень круто. Мне кажется, мы больше замедляемся здесь, чем выигрываем. Нахрен такую срезку. А, у нас 4 круга, ничего себе. А, ну хотя да, нас же пятеро получается. И каждый круг кто-то выбывает. Ой-ой. Ой-ой. Вот здесь коробка покороче, по-моему. Да, вот пятая уже 160. И начинает разгоняться. Но это надо две машины, блин, вот бок о бок поставить и вот протестировать. Так, уже финиш недалеко. Ну как? Круг. Конец первого круга. Ну, гонка подлиннее. Мы, получается, 2.40 едем. Я думаю, ну, минут 10, да, мы потратим. Здесь вот прямо. Попробовал с ручником заехать, да, что-то как-то он тут интересным образом работает. Что можно, что с ним, что без него, вообще пофигу. Здесь я лучше проеду прямо. Хотя бы скорость не потеряю.
Блин, без соперников как-то скучно. Так, ну вот, четвертый круг у нас подходит к концу. И мы его благополучно завершаем. Все, мы выиграли. Остановись уже. Никак не остановится. А один, кстати... А, все. Все, да, остальные выбыли. Максимальная скорость 195 мы развили, кстати, на ней. Средняя 140 км в час. Лучший круг 2.32. Ну и все, так. Так, теперь нам добавили еще 4200 очков. Итого у нас 11 тысяч. Используйте игровые очки для открывания машины и трасс. Я понял, давайте, конец гонки. Итак, друзья, у нас выполнили мы вторую строчку. Впереди у нас еще 1, 2, 3, 4, 5 строчек в нашем чемпионате в Need for Speed. Вот, ну а пока, кому понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай оставлять комментарии. И жми на кнопку колокольчика, чтобы не пропускать новые видосы и стримы. На этом я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока.